Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня у нас будет супер быстрое и супер простое видео и супер крутой узор. Девчонки, вот связала на черном, хотела показать, но ничего не видно, наверное, вам. Но здесь шерстяные теплые нитки, вот изнанка, тоже ничего не видно. Очень тоже интересная изнанка, сейчас показываю на лицевой стороне, вот такая вот. Такой вот рубчик получается интересный довольно-таки. К чему это говорю? К тому, что он подойдет, этот узор, абсолютно для всего. Вот правда, кардиганы очень классные будут. Шапки, шарфы, кардиганы, да что угодно. Жилеты, детские вещи. Вот, вяжется совершенно наипростейшим образом и состоит из одной петли. Не надо нам ни четное, ни нечетное количество. Удобен тем, что он как платочная вязка, можно там закрывать петли, и он не теряет как бы своих качеств. Состоит из одной петли, и его можно как бы там уже моделировать как хотим. Значит, показываю. Начинаем прямо с первого ряда. Берем вот первая петля, вводим спицу за петлю, достаем отсюда одну петлю и потом провязываем вот эту вот лицевую. Снова вводим спицу за петлю, достаем ее и тогда уже провязываем лицевую. Вот первый ряд, то есть по сути из одной петли мы делаем две. Расход пряжи соответственно большой, но компенсируем мы это тем, что мы берем очень тонкую пряжу, и вязание, эта вязка как бы придает объема, она выглядит объемной, такой рыхлой, объемной, ну красивая, правда. Сейчас я ею свяжу один капюшончик, там мне просили на шапку-капюшон, вот этой вязкой свяжу, поэтому вам показываем. Вот, изнаночный ряд второй, значит, вот эту петлю, которую мы провязали, и ту, которую мы вытащили, провязываем вместе изнаночной. Вот изнаночный ряд, мы эти все петли провязываем по 2 вместе. Все, вот это, девчонки, весь узор и все сегодняшнее видео. Я же говорю, мега простой, мега быстрый, мега красивый, по моему мнению, вот, образовываются такие вот шишечки, которые потом и образуют этот узор. Вот он, красивый, очень мне нравится, очень он такой прям фактурный, красивый, ну правда, ну вот красивый же, согласитесь. Все, девчонки, прощаюсь, с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока.